Как известно, как бы здесь вот, если вкратце говорить о теме похудения, что самый эффективный способ похудеть – это тратить калории больше, чем ты потребляешь. То есть здесь можно или как-то снизить потребление калорий, или увеличить нагрузку, которая заставит наш организм быстрее, больше терять эти. Но не всегда получается. Я, например, физически просто не могу делать упражнения долго, длительно, но я делаю их по чуть-чуть. А опять-таки ж, некоторые из нас не могут качать пресс какие-то. Да, хочешь избавиться от живота, а пресс не качается. Ладно, раз уж пошла такая фишка, добавлю пользу нашему вебинару. Есть такое упражнение, сейчас не знаю, мне будет видно, не видно, подойду подальше. Смотрите, это японцы придумали, то есть на вдох, поднимаете руки, одна нога вперед, насколько я помню, правая, и выдох, на выдохе, на вдохе руки поднимаете, на выдох, так, чтобы было видно, резко выпускаете, напрягаете живот, потом опять расслабляетесь на вдохе, а на выдохе, а вы напрягаете живот, напрягаете полностью все тело. Если у вас нет физической возможности заниматься качанием пресса, мышц спины и так далее, разные ситуации, у кого там грыжа, у кого предгрыжевое состояние, какое там смещение, остеохондроз, там, ну, разные бывают случаи, да. Вот это упражнение, когда вот вы становитесь, вот, на вдохе расслабляете руки, поднимаете, а на выдохе резко опускаете, напрягаете пресс, когда вот выдыхаете, вот так, живот в себя, все полностью, и руками. Напрягаете руки, напрягаете спину, напрягаете попу, полностью все напрягаете. 10-15 подходов начните делать в день, потом можно увеличить до 30. И вы увидите, как постепенно живот уходит. Также тоже, опять-таки, японская методика, да. Ну, люблю я японцев, я буквально недавно ездила на выставку, где как раз с ними общалась. Тоже на конференции мы с ним общались. У них есть очень интересная такая методика тоже. Когда идешь, правая нога вдох, левая нога резкий выдох и втягивание живота. То есть, если вы в какой-то объемной одежде и вас не видно, вы можете просто вот качать пресс. Вдох, выдох, вдох, выдох, правда? Сильно получается сопение, когда вот никого нет рядом, в принципе, вас как бы можно делать. Тоже очень эффективно качается пресс и убирается живот. Вот, ну, я не буду рассказывать секретов, может быть, вдруг у Ури тоже есть что-то такое в программе, я вот не в курсе. Смотрю, что потом не парить фишку.